Хей, hey, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру по названию Spider-Man Shadow Dimensions. Окей, в прошлой серии мы с вами, так, выбор эпизода, одолели Скорпиона. Теперь мы пойдем, наверное, на песочника. Да, на стандарте, как обычно. Блин, а, наверное, тяжело там вообще было бы жопа. Именно против Скорпиона драться. Блин. Что-то мне такое чувство, что дальше будет только сложнее. Ну чем сложнее? Потому что нужно защищать, да, вот, а их убивают быстро. Нужно скорее найти следующий осколок. Вот он. Тогда почему мои часы не дают мне покоя? Уф! Тут, блин, знаете, это как картинки немного ожившие, типа такие. Ого, я чуть не забросил буквально. Ну где? Что-то потерял? Угла. А, это же мой давний друг Флинт Марко, песочный человек. Знаешь, после наших игр я месяц вытряхал из трусов ком. У меня есть для тебя кое-что. Из костюма песок. Марко? Марко? Пола! Боже, я думал, это у меня шутки дурацкие. Песчаный шторм, да. Последний весь костюм будет в песке. Так, ну что, поехали. А, стоит, я должен типа в воздухе. А, тогда легко, давайте. Так, я паука вижу. Мне нужно, короче, 30 секунд быть в воздухе. Так как это легко, поэтому я буду в воздухе. Так. Отлично. Тут больше ничего, да, нету. Ну, летать я не могу, потому что меня сдует. Переворачиваем канистр с водой. Вот, пути. Думаешь, это меня помешает? Ха. Ой. Тьфу. Смотри, ты ведь мокрый. Принеси салфетки. Ты никуда не денешься, я могу управлять каждой песчинкой. Правда? Ты могу сделать состояние на ландшафтном дизайне? Я тебя сейчас прибью. Так. Ой. А, давайте я до конца. Тихо. Ну, я вижу, бочки все равно появляются. Так, хорошо. Тихо, тихо. Так, хорошо. Ты не можешь причинить ему вред, пока он их... Да ладно. Не врешь? Я тоже так. Я придумал кое-что получше. Звучит гораздо
Грозный, неплохо. Так. Развитие паука. Стоять. Начало паутина судьбы. Так, у меня 63 тысячи есть, ништяк. Так, 40 эмблем собрать. Победите так во втором сражении с песочным человеком. Легко бросьте в противника 25 бочек. А я что сейчас сделал? Ладно. Откройте 10 вентилей, чтобы превратить песочных монстров в грязь. Хорошо. Так, обрушьте 3 вышки на песочного человека. Хорошо. Выберитесь из-под... Ага. Блять, какой паук, ебать. Ладно, не буду его убивать. Может, я тоже стану человеком-пауком. Угу. Соползня в шахте. Победить 5 песочных големов. Так, боевые навыки. Нуар, быстрый рывок, нет. Нуар, потому что почти не дерется. Я не вижу смысла. Хотя, быстрый рывок позволяет пользоваться способностью атака рывок в любое время. А, типа не накапливать, а сразу чтобы? Это сколько? 62 тысячи мне нужно. 64. Мощный удар, который отбрасывает в сторону окружающих вас. Блин, а что еще есть? Развитие. Костюм. Здоровье. Длительность ярости. Увеличит сбор эссенций. Эссенция, это, скорее всего, ХП. Давайте купить. Купить. Боевые навыки. Так, ну у нас сейчас это Человек-паук. На Нуара я не вижу смысла покупать, поэтому сразу берем на черный. Ну там, может быть, там разберемся, посмотрим. Так, мне эмблемки нужно собирать. Видите, вот когда собираешь достаточно эмблем, потом проще жить. Нету никаких проблем. Эй, Флинт, куда ты делся? Я перевоплощаюсь. Так, а давайте я сразу буду обливать их. Сразу буду водичкой обливать. Получай. Получай. Ай. Ладно. Еще сдохну здесь. Хотя посрать. Ладно.
Давайте справляться с ними. Или нужно было подождать, чтобы они намокли об этот. Уже ходишь? Даже не обнимаешься на прощание. Так, хорошо. Тут пауков нету. Ну понятно, что мне по кругу нужно пройтись. Вообще по кругу или что? Канистры с водой. Роксан. Блин, нужно будет сериал Человека-паука пересмотреть. Человек-паук. Бац. Дальше. Not now, boys. Daddy's got work to do. Wow, I've missed trains before, but this is the first time I've missed a platform. Thanks, Flint. То есть он автоматически просто пуляет паутину. Я знаю, что я сейчас сделаю. Так, я просто трачу время, то чтобы они высохли. Они высыхают, и я просто их подвожу к гидранту. Или вы не высыхаете? Ну тогда ладно. Тогда окей. Волков нигде тут нету. Блин, надеюсь, я там не упустил пауков. Отлично. Не все перевели. Ну, большинство. Большинство перевело. Лучше бы сюда спрятали. Так, а что там нужно было сделать? Подождите. Подожди, приятель. О, бочки. Почему ты к нему прыгаешь? Мне нужно бочками. Все. Ладненько, потом разберемся. Что такое? Увлажнение полезно для кожи. Ты куда? Можешь мне с тобой? А? А? Можно?
Так, смотрим, где они? Упустил ничего. Снизу валяться ж не может. Я думаю. We're not going into the spooky old mine, are we? Well, we have to solve a mystery and unmask someone dressed as a ghost too. If so, my money's on летающие мыши. Почему тут нету субтитров? Destroy! What's up, dudes? А что я сделал? Хорошо. Отлично. Увидимся. А, тут бочки были, черт. Так, в фильмах на этом этапе обычно выскакивает какой-нибудь монстр. Я знал. Ух ты ж, ё-моё. О, как больно. Я тебя убью. Нет, спасибо. А то будет только хуже. Подожди. Так, у меня мало денежек. Тогда паутина судьбы. Попадать паутины в подвижные предметы. В финальном поединке найдите шлем Джаггернаута и защитите его в торнаде. В финальном поединке найдите шлем Джаггернаута. И затащите. И затащите его в торнадо. You will need a great deal of water to stop him this time. Okay, think, Spidey. What's around here that comes against him? I'm gonna crush you with him. It's water, it'll hurt him. It's sand, it'll... Давай. А, он цепочки сломал. Хорошо. Ну, изи, 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 изи. Готово. Вот тебе соринка в глаз. Эй, не оставляй меня тут одного. Мне страшно. Так, хорошо. Затащите буровую машину в шахте. Защитите. Почему нужно защищать все? То затащите, то защищите, защищи, защищи, говорят, защищи. Защитить, защитить. И то, и это. Я тебя уничтожу. Нет, нет, убить его. Эй, Флинт, а может мне стоит раздавлять создание? I paid my library funds. Отлично. Может, мне всего нужно открыть вентиль? Или что? Да, доигрался, я тебя крышу. Пауков нигде нету. Иди
вижу, где все пауки находятся. Так, еще одна бочка с водичкой. Nice place, but I wouldn't want to live there. Блин, мне точно оно включено, что я надеюсь, субтитры. Звук, субтитры включены. Again with the tornado? This trick didn't stop me last time, and it won't stop me now. Снова торнадо, ты должен остановиться. Yeah, but you're all hot air. Да, но что-то там. Убить. Серьезно? Получай. Хорошо, отлично. Bad guy, quarter fine. Плохо то, что субтитры не везде. Как мне туда попасть, короче, если нету нигде платформ? Пролететь все. I beg to differ. Not to go against the grain, but... Зачем ты атакуешь их? Подожди, так они намочены или нет? Конечно. А я удивляюсь, почему я... Почему я урон не наношу? Я не знаю, зачем они подсказки оставляют. Серьезно? Ну это что-то уже не так круто. Я не знаю, нахер. Вот там еще одна канистра. Упс. Бац. Так, отлично. If we continue on this path, we may just win yet. I'm gonna take back what I said about landscape. You'd be better off going into demolition. Так, в доме. Останови торнадо. Hey, what's up? I beg to differ. Эй, как дела, ребят? Да блин, тупой шар. Так, хорошо, еще один. Короче, нужно не зацепляться за противника, а так атаковать.
Так, я, короче, думаю, нужно подсказки уже вырубать. А, то что-то не мешает, игра. Изображение. А, включить, тю, а чё она выключена? Ареал, качество, качество. Так, запись не слетела? Нет. Запись не слетела, хорошо. Я не знаю, как подсказки убрать, ладно. Easy. Легко. Изи, изи, изи. Еще одна платформа. Так. Отличненько. Bury you in the sand. I beg to differ, not to go against the grain, but. Так, хорошо. Take this, yo. That was the best you could do. Так, минус один. And stay down. Who's having a good time? Raise your hand. Воу-воу-воу. Он все, они все-таки высыхают. Ёлки-палки, отстаньте ты от меня. Какой-то сильный удар у него, да не сильный. Развитие, что по развитию у нас там? Современный рывок. Атака рывка увеличивается в области действия. Так, камон, я еще то не прокачал. Вот это можно, типа, вот это да, тихо, вот это я купил, купу-купу. Рывок. Блин, давайте тогда это тоже прокачаем. Нужно насобирать только. Так как это самое тяжелое, это в будущем, поэтому я буду юзать этот. Но в основном... Там, где нуар, мы будем по стелсу проходить. Снова соляная шатка. Шатка, шатка, шахта, шахта, шатка, шахта, шатка. Чем глубже он спускается в шахту, тем больше вокруг него песка. И тем сильнее... Это серьезно? Кто-нибудь еще? Получай. Ну. Готово. Посмотрим, куда он делся на этот раз. Так. Песок, наверное, он прошел сквозь это. А еще говорят, из меня плохой сыщик. Этот бур пробьет стену, но похоже, рабочий сбежал. Как только... На помощь, помогите, на меня напали песочные монстры. Блять. Ага. Ты должен уничтожить всех врагов
чтобы пройти дальше. Там бочка немного застряла. Увидимся. Где урон? Take this, yo. Вот пипец, скажите. Спасибо тебе за... что спас меня, помочь тебе вернуться обратно. В точку попал. Не управление бурой машиной. А то. А. Не знаю, почему мы ее вообще не используем. Так, давай я, наверное, еще это заберу. Что такое у меня предчувствие, что мы сейчас будем защищать его. Отличная работа. Так, поехали. О, черт! Паучок у нас... Они почти до... Они почти сломали мою машину. А ты понимаешь то, что... Они что, они тоже не легкие? А, их только двое было. Ну ладно, тогда. Мы прорвали. Класс. Я тебе расскажу, ты парень не промах. Я спас супергероя. Так, окей. Паутина судьбы. Как много мы, да, выполнили. Выберитесь из-под... Ползня в шахте. В... А как это понять? В финальном поединке найдите шлем Джаггернаута и затащите его в торнадо. Хорошо. Так, стоять. Боевые навыки. Мы можем боевой навык вот это вкачать, как бы. Так, а что здесь? Длительности режима ярости нет. А что-то еще там дальше будет? Защитная стойка. Ладно, потом... Кстати, это куплю уже. Все хорошо, поехали. Все забрали. Тогда поехали. You can't stop me now, Redhead. I've spread my mind. А-а-а, выбраться из поздней. Имеется в виду из-за этого. You can't stop me now, Redhead. I've spread my mind too far, farther than ever. Главное эмблему не потерять. I am everywhere. Yeah, I'm really happy for you. Я везде, да, я очень счастлив за тебя. This is gonna be close. Опасно. Все, финальный босс. Больше никаких покатушек, надо бы спрятаться где-нибудь, пока песочек. Ой, спрятаться-то негде. Ха-ха-ха-ха-ха. Тебе конец, паук. Я тебя прикончу. Убить его сейчас? Нет, сначала поиграем с ним. Смотрите, чтобы он не сбежал. Причините ему боль.
не убивайте его сразу. Нет, убейте сейчас, прикончим его. Блин, твое сознание слишком уж рассеклось. Этот осколок терпит слишком много зла. Бред. А вдруг он прав? Да ну, ерунда. Нет, это я чувствую. Заткнись. Он правда, знаете. Он врет. Заткнись. Оба, тихо. Тихо. Шлем Джаггернаута, вон он. Кстати, я потерял его. Подождите. Паутина судьбы. Мне нужно найти Джаггернаута. Лицо. Как понять, найдите шлем? Ну и вот, я его вижу, вот он. Тихо. Беру находок. Изи. А ведь у нас потом с вами такой же будет пройти. Так. Во! Сейчас я тебе помогу, подожди. Бросать бочками с воды прямо в его. Нашел. Так себе отдохнул. Так себе отдохнул. Но это того стоило. А теперь пора вытрясуть песок из костюма и штанов. Золото, да? Ну, коллекция эмблем точно золото. Изи. 20к. Эскизы. Эскизики. Так, песочный человек. Галерея. А, подождите, это галерея эскизов. Блять, я не туда зашел. Чтобы быстро переместить камеру за спину, нажмите Е. Блин, здесь, знаете, минус только в управлении и захвате врагов. То есть ты хочешь одного убить, а он, допустим, другого убил. Вот как у меня получилось. А, нет, это отсюда. То есть я хотел, допустим, атаковать ту херню, которая была уже мокрой, а он атаковал сухую. Так, Флинн Марк, псевдоним урожденный Ульяном Бейкер. Так, преступник со стажем, который определенно грозился судьбой, из серии выпил, украл в тюрьму. Ну, все из... Так, изменилось в тот день, когда, спасаясь от полиции, Марко попал на площадку для
атомных испытаний. Вступив в контакт с облучением песком, он перетерпел невероятное превращение в песочного человека. Флинн научился принимать любую форму и менять плотность, быть твердым, как скала, или легким, словно песчаная буря. Благодаря этим способностям Марко выбрался из толпы мелких воришек. Он стал настоящим суперзлодеем. Ни полиция, ни армия не могли с ним совладать. Поэтому на помощь пришел Человек-паук. За прошедшие годы песочный человек убедил себя в том, что если он избавится от надоедливого паука, больше ничего его не остановит. В четвертой части он был... Ну, в принципе, ребятки, все. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.